До Дніпра завітав полковник капелан Роберт Хікс, фахівець із питань травматичного стресу та релігійного екстремізму. Капелан проводить відкриті лекторії та розповідає людям, як правильно взаємодіяти із людьми у стані стресу через воєнні конфлікти. Це вже четвертий візит Роберта Хікса в Україну. У рамках візиту він відвідав базу полку «Дніпро-1» та оглянув тамтешній храм. Його та скульптури навколо будівлі спроєктувала архітектор Ольга Лукіних. Храм капелану сподобався, він навіть висловив бажання мати подібний на батьківщині. Це перший храм із серії храмів, яку ми бажаємо це зробити і втілити такий проєкт, як храм на честь кожного загинувшого воїна полка «Дніпро-1». На жаль, зараз їх вже аж 32 хлопця загинуло. Я б хотів, щоб у нас також були такі храми. Він гарний всередині і зовні. Також він відображає історію вашої країни. І на продовження теми поговоримо далі з гостями нашої студії. Сьогодні це капелан, полковник ВПС США у відставці Роберт Хікс та перекладач Наталія Тернова. Добрий вечір нашим гостям. І так, давайте начнем з, собственно говоря, з начала. Яка ціль візиту в Україну? What is the aim of your visit? 3 years ago I was asked to speak at a conference in Kiev. 3 года назад меня попросили выступать на конференции в Киеве. And it was connected to the Ukrainian military. И эта конференция была связана с украинскими военными войсками. To teach chaplains here in the Ukraine. Меня попросили обучать капелланов здесь, в Украине. About how we were caring for casualties in our wars in America. И поделиться опытом, как мы обращаемся, как мы помогаем пострадавшим у нас, в нашей стране. And to share the lessons from our warfare with the soldiers, with the chaplains, with the wives of, and even wives of those that have lost their lives. И поделиться опытом, как мы общаемся, как мы помогаем военным, бывшим военным, как мы помогаем женам, которые потеряли своих мужей, как мы помогаем семьям потерпевшим, как мы проходим эти периоды с ними. Because I learned that your chaplaincy here in Ukraine is very new and is mostly volunteers that go to the front and then come back for whatever length of time they can stay at the front. Потому что, как я узнал, институт капелланства – это еще новое для Украины. То есть в основном это все волонтеры, и они еще только учатся, что делать. Капеллан – это военный священник. Is chaplain is a military priest? We are priests, rabbis, imams, and all denominations in my military. Мы и священники, и раввины, и имамы. То есть капеллан как бы представляет все деноминации, все религии. Это миссия или это должность, position? Да? Is it a mission or is it a position, is it a job or it's your calling? It's both. Это и то, и другое. It's our denomination, whether it's Baptist, Catholic, Orthodox, whatever our denomination, they send us to the military, but that's a part of our calling as ministers, priests, rabbis, and imams. Да, есть деноминации различные, как, допустим, в христианстве есть баптисты, есть православные, есть различные, и они отправляют своих служителей капелланами, но также это наше призвание. То есть в моем сердце есть это желание служить людям. Итак, вы приехали помогать, обучать и обучать в том числе, да? So you came here to teach chaplains, to help in this teaching. How? So you came here to teach chaplains. Yes. Да. А каким образом происходит этот процесс? Это лекции? Это как происходит обучение? How do you do? How do you teach? How do you share your experience? Do you give lectures or what is the process? I have prepared lectures that I come with. Я приготовил, у меня есть приготовленные лекции, с которыми я приезжаю. But it seems once I get here, people hear the lecture and then they want me to do some other things too. Today we had a meeting on a base with their leadership. I met with an Orthodox priest. Last night we met with widows of the war and some veterans. So lectures is kind of the reason I come, and then once I get here, there's many other people that want to
I guess pick my brain, we would say. То есть у меня есть лекции, с которыми я приезжаю, но как только люди слышат, что я приезжаю в страну, сразу же организуют много других встреч, потому что, ну, это очень востребовано. Например, сегодня утром мы посещали военную базу, мы встречались с православным священником. Вчера у нас была встреча с вдовами, с семьями потерпевших. То есть, как бы, лекция – это изначальная причина, почему я приезжаю, но потом возникает множество других встреч, есть много групп людей, которые хотят пообщаться. А как вы вот оценили уже, вы не в первый раз в Украине, вы оценили ситуацию, оцениваете, как она изменилась, может быть, спустя 3 года. Вот как можно ли сравнивать вообще ситуацию, которую вот в вашей стране или в других странах, в которых была война или есть, с нашей? Применим ли вообще этот опыт вот к Украине? So it's not your first visit here. So do you see any changes how it was 3 years ago and now? And when you compare it to other countries that go through war, do you see that all these lectures you give and all your experience, they really helps? My first time here was in 1996 as a part of a study when I was in the Air Force and a Russian studies program. Мой вообще первый визит в эту часть мира был еще в 96-м году. Это была часть моей военной программы обучения. Это была русская программа, то есть часть вот такая. So 3 years ago, after the Maidan Square, I came, and it was like night and day. И затем я приехал сюда после событий на Майдане, и я вам хочу сказать, что это день и ночь. Разница очень большая. Because even in the middle of all the violence and destruction of what was going on at the front, and even in Maidan Square, I saw young people on the street smiling. Потому что даже несмотря на весь этот хаос, на все это насилие, на все эти действия, которые происходят на передовой, на все эти разрушения, я увидел молодых людей на улице, которые улыбаются. And I have been to other Eastern European countries and seen the same thing by contrast, that the young people and old people would always walk with their head down. Но я бывал в других восточноевропейских странах, и я вижу эту большую разницу, потому что во многих странах и молодые люди, и пожилые, они ходят, знаете, со склоненной головой и потухшими глазами. А как вы считаете, почему так у нас? Вот ваше личное мнение. Почему? What do you think? Why is it? Why do our people smile, in your opinion? These young people. I think it's freedom. Я думаю, что это свобода. You really think so? You... Вы увидели, вы увидели проявление, yes, да, yes, в нашей стране? Неожиданно. Eastern Germany, Romania, no one ever smiled. No one ever. Вы знаете, вот в Восточной Германии, в Румынии, вы можете ходить по улицам и видеть, что люди не улыбаются. You're smiling. Вот вы улыбаетесь. Я знаю, что вы ведете лекции, да, вы спикер международного класса. Тут почитала информацию. Yes, I know that you are a speaker, an international speaker. You give lectures. И тема боевой стресс. And you talk about about battle mind and about battle stress. Что такое вообще вот военная моральная травма, связанная с войной? So and about moral injury. So what is moral injury? In my country, we have had many, many veterans develop post-traumatic stress. В нашей стране многие ветераны, то есть солдаты, побывавшие в зоне военных действий, они переживают посттравматический синдром. Our psychiatrists and mental health officers have tried a full range of treatments to try to help them. И наши психиатры, наши психологи, они пытаются применять все возможные виды терапии и лечения для этих людей. From medication to meditation. Medicine, meditation. От лекарств до медитации, все что угодно пытаются использовать. But the suicide rates and the post-traumatic stress rates have gone up. Но тем не менее уровень самоубийств и уровень психических расстройств, связанных с этим посттравматическим синдромом, все равно растет. Растет, продолжает расти. То есть можно сделать вывод, что вот ситуация у нас будет очень долго это продолжаться, да? So we can kind of predict that we would have it for a long time here in Ukraine. Oh, every meeting that I do, I hear about it. Да, каждую встречу, которую я здесь имею, мы слышим об этом здесь. But what we have discovered in the last 5 years, there's a body of research now that would say what war does to any veteran all throughout history
it changes who you are as a person. And this is issues of the soul. Но что мы вот за последние 5 лет поняли, проводили множество исследований и пришли к выводу, что что происходит во время войны, военных действий? Человек меняется изнутри, то есть меняется его внутреннее состояние, и это уже вопросы души, это не вопросы, которые лекарствами лечатся. As one soldier told me, he said, my military taught me how to kill people very well. Один солдат сказал мне однажды, меня учили убивать очень хорошо, я хорошо обучен этому. But no one taught me what it feels like knowing I've killed someone. Но никто не учил меня, никто не говорил мне, как это переживать, что ты будешь чувствовать, когда ты на самом деле убьешь человека, когда ты будешь знать, что от твоего снаряда умерли люди. Because there's a fundamental conflict of conscience and heart that I bring back from the war because of the killing and the dying. И у человека развивается конфликт, то есть конфликт его мировоззрения, конфликт совести, конфликт в сердце, и вот с этим всем багажом он возвращается сюда, в мирную жизнь. So the wife at home expects her soldier to come home the way he left. И жена дома ожидает, что ее солдат вернется таким же, как он ушел. And the soldier wants to come home and find his wife the way he left her. Точно так же этот солдат, он ожидает, что придя домой, он найдет такую же жену, какая она была. But both are different because of the war. Но из-за этих действий, из-за этой войны, они оба меняются, они становятся другими личностями. So he has still the battle mind. Он возвращается все еще с военным мышлением. And she has the home mind. А у нее домашнее, мирное мышление. And it takes time to reintegrate or put those back together. То есть излечение возможно. Излечение. Нужно время, и это возможно вылечить. Или это только вот приглушается, и человек живет с этим? Нужен процесс реинтеграции. So, is it possible to be healed from that, to be cured, or just it's get less tensed, but it still remains? I think healing is probably not the best word to use for that. Я думаю, что, может быть, исцеление, восстановление — это не совсем подходящее слово для этого. I think in normal life death always changes us. Я думаю, что даже в обычной нашей жизни смерть, она меняет, она смерть чья-то, она меняет человека. I lost my 32-year-old daughter with 2 children and a husband. Я потерял свою дочь, ей было 32 года, и она умерла. If you ask me, am I healed from that? Если меня сейчас спросить, я восстановился после этого, получил ли я исцеление? I would say no. Конечно, нет. But I do move on. Because that's now a part of my life. Но я продолжаю жить с этим. Сейчас это часть моей жизни, и я продолжаю жить дальше с этим. Even last night, when I began to share some things with soldiers and a widow started to cry, I started to cry. И вчера я делился этим с солдатами и вдовами, и когда они начали плакать, я просто не мог говорить, я начал плакать вместе с ними. So we try to help the soldier to carry on with his life and integrate the war experience and the spouse, his wife, so that she understands what he's been through and he understands what she's had to do while they've been separate from each other and bring them together so that they can both move on being different people. То есть мы просто помогаем этим ребятам, вернувшимся, продолжать дальше жить с этим опытом. То есть мы пытаемся объяснить им, что есть такой процесс, то есть это нормально, что они пережили. И женам объясняем, что этот человек изменился, но им обоим нужно продолжать двигаться дальше. То есть мы помогаем им как паре восстановиться и двигаться дальше вот с этим уже опытом, который они пережили. And my role as chaplain, as a Christian chaplain, I do believe that it's the Christian resources that helps take that place, because the soldier needs forgiveness. Where does he find forgiveness? He may feel guilt for things he did in the war. Where does he find forgiveness for those things? And in my life, that's where I found in Christ, that Christ changed my life and changed my heart and cleaned my conscience up of a lot of things. И я как капеллан, как христианский капеллан, я понимаю, что в этой ситуации только христианские ресурсы могут помочь, потому что когда человек возвращается с поля боя, он чувствует вину. Он чувствует вину за то, что там произошло или что он не смог остановить, и ему нужно прощение. Где человек может найти прощение? Я думаю, что только в Боге, потому что я пережил это в своей жизни, что Христос, он простил меня. Он очистил мою совесть, мое сердце, и поэтому из этого опыта я могу делиться с другими. Because in America we have the finest of, I wouldn't say finest, we have very good medical care.
Потому что в Америке у нас очень хорошее медицинское обслуживание, у нас очень хороший уровень медицины. We have very good mental care. У нас есть очень хорошие психологи. But they still have problems. Но все так же проблемы мы имеем. And so to me it's the spiritual part of man. Поэтому я понимаю, что это то, что касается духовного человека, духовной жизни человека, и здесь врачи просто не могут помочь. And the heart and the soul gets its spirituality, and for me that's Christ. И поэтому я считаю, что в каждом человеке есть дух, душа, сердце, дух, душа, и этой части человека может помочь только Христос. Ну что, на сегодня вынуждены закончить, потому что уже время наше истекло. Спасибо за визит к нам в студию, спасибо за вашу миссию, и I hope it's not your last visit to our studio. Oh, I hope I come back many times. Я надеюсь, что я буду возвращаться еще много раз к вам. Спасибо большое. Спасибо. Я ще раз дякую нашому гостю. Я нагадаю, що сьогодні під час ефіру спілкувалися із старшим капеланом Військово-повітряних сил США Робертом Хіксом.